Вот мои гуси. Эта девочка моя, которую привезла, так и ходит особнячком. Миленькая, миленькая. Идем сюда. Так, эти. Надо разобраться, где здесь мальчики, где здесь девочки. Теперь у меня получается 6 серых гусей. 6 серых. Остальные вот такие. Как теперь понять, кто из них мальчик, кто девочка? Мальчиков-то лишних надо убирать. Вот. Чтобы они не объедали нас. Так, ну вот с коротким, коротенькие такие, мне кажется, низенькие, это девочки. Ну сколько их тут? Вон там моя красотка гуляет, вот она, вот она. Вот я смотрю, вот внизу вот это место на два разделено. Я думаю, что это значит девочка, потому что вот я и у других девочек смотрю, вот это, что висит внизу, оно на два делится. Так, идите отсюда, идите, 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 идите. Вот. Иди, моя хорошая, иди сюда. Иди к ним, иди. Иди, моя девочка. Вот идет, идет к ним. Дима говорит, подходит, но стоит в сторонке всегда. У нас главарь банды была. Еще, говорит, плохо кушает с ними. Плохо кушает. Он снег ест. Ну вот низкая девочка, это девочке 1,5 года. Уже почти 2 вот этой девочки. Вот одна, тут вторая должна быть. Вторая, вот та, наверное, сверху стоит вторая. Или вот идет. И тут гусак, гусак один. Серых я 3 покупала. Да, да, шипите. Вот это девка, это девка. Это девка, наверное. Так, вон там девка. А может тут... Ну, вот тут серый. А тут серый, тут, наверное, мальчик. Это вот с перьями такими вот голубыми. Это мальчик. Сейчас я отправлю своему знакомому ветеринару, и пускай он смотрит, кто из них кто. Ну, малявка. Ну, маленькая совсем. Моя, которую я привезла, вон она пошла. Она побольше. А это такая маленькая. Ножки коротенькие, совсем коротенькие. Но она уже высиживала деток и говорит успешно. Ну, вот моя первая пошла, которую я привезла, гусочку. Она такая. Она такая. Она у них будет командир по-любому. Она себя так поставит, что все равно она будет командир. Ну вот стоят они. Она там возглавляет банду эту. Ходят, ходят, ходят. Дима сейчас их покормил. Они кукурузу ели на этой неделе. Сейчас он привез 10 мешков корма им. Морковки я привезла. 4 ящика. Ну, это в основном для коз. Ну и этим всем перепадает. Всем перепадает.